Если шубы, то с обязательной маркировкой. Если товары легкой промышленности, то с исчерпывающей информацией. Если еда, то только с соответствующими разрешениями. Некачественным и опасным товарам не место в шкафах и на столах курян. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции провела очередное заседание. Противостоят нелегальным поставкам силовики, налоговики, таможенники. За 5 месяцев проверили 20 продавцов и более 500 меховых изделий. 235 сняли с реализации. 5 административных материалов направлено в суд. 750 тонн плодов и овощей, карантинных и санкционных, забраковал Россельхознадзор на границе области. На прилавки не попало 28 тонн контрабанды, в том числе молочной и мясной. Мы фиксируем снижение грузопотока, снижение количества транспортных средств, снижение количества продукции, которая поступает нам из сопредельного государства, и в том числе и транзитом. Мы порядка 390 нарушений выявили в текущем году по пересечению животноводческой продукции. Было составлено порядка 195 протоколов на сумму 245 тысяч рублей. Задача – пресекать нарушения максимально эффективно. Для этого важно оборудовать всем необходимым каждый пункт пропуска на российской границе, в том числе на рубежах Курской области. Соответствующее обращение планируют направить в правительство.